Дорогие участники Всероссийской Олимпиады школьников по географии! Мы, российский экипаж экспедиции МКС-69, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Ежедневно, пролетая над нашей прекрасной планетой, мы не перестаем удивляться ее красоте и разнообразию ландшафтов. А видя невообразимые земли России, нашего общего и любимого родного дома, восхищаемся ее просторами и богатствами, нашим народом и его достижениями в науке, культуре, технике и других отраслях. Каждый новый день дает нам новые открытия, новые знания. Но в этом мире остается еще столько всего неопознанного, неизведанного. И именно вам, юные знатоки географии, предстоит сделать массу новых открытий, исследовать неизведанные уголки нашей планеты, разгадать ее тайны. Мы уверены, ваши учебные и научные результаты, ваше стремление к познанию поможет сохранить нашу планету для будущих поколений. Желаем вам удачи на предстоящей Олимпиаде. И пусть победит сильнейший!